Добрый день, меня зовут Шамин Роман Вячеславович, и мы продолжаем наши лекции по функциональному анализу и машинному обучению. Значит, мы так получилось, что мы двигаемся, значит, от более общих пространств, да, к более частным случаям пространств. Вот, сначала мы рассматривали метрические пространства, потом мы рассмотрели Банахово пространство, а сегодня мы поговорим про Гильбертово пространство. И здесь, почему я так говорю, такая цепочка, да, потому что мы видели, что каждое Банахово пространство является метрическим пространством, сейчас мы увидим, что каждое Гильбертово пространство является Банаховым пространством, соответственно, тоже метрическим пространством. Но Гильбертово пространство — это пространство, которое играет выдающуюся роль в математике, в ее приложениях. И хотя это более узкий класс пространств, в отличие от метрических, и далеко не каждое пространство является, так сказать, Гильбертовым, и его структуру мы сейчас о нем обязательно поговорим, вот. Но действительно для приложений, причем таких далеких от математики, казалось бы, да, именно аппарат гильбертовых пространств оказался очень удобным. Ну, например, чего стоит одна, так сказать, построение квантовой механики с помощью гильбертовых пространств. И там ведь смысл стоял не в том, что... то есть там гильбертовые пространства дали возможность интерпретировать квантовую механику, так сказать, вот тем привычным способом, который сейчас в теоретической физике очень, так сказать, происходит. Хотя физическая основа, она сама по себе гильбертовых пространств там не требовала. То есть именно гильбертовое пространство — это тот язык, который оказался очень удобным. Но давайте все по порядку. Значит, прежде чем давать общее определение гильбертового пространства, поговорим о некоторых простейших истоках, откуда оно берется. Значит, ну, все мы знаем, что у нас есть геометрия, планиметрия. Значит, да, когда мы рассматриваем, так сказать, что в школе это делают или в аналитической геометрии, значит, на первых курсах института, мы переходим к аналитической геометрии, когда мы говорим, что любая точка, любой плоский объект, мы его будем измерять двумя числами, двумя координатами, x там, и y, как это обычно обозначается. Да? Потом, значит, мы говорим о том, что наш вообще мир, он трехмерный, и, соответственно, значит, мы уже переходим к некой, так сказать, трехмерной модели, и каждую точку и, соответственно, каждую фигуру мы описываем тремя числами, тремя координатами x, y и z. Дальше, естественно, возникает вопрос, ну не вопрос, идея, что вот это там n равное 2, а n равное 3, а зачем нам, ну, многие вещи повторяются, да, так сказать, ну, математики, естественно, они любят, так сказать, перейти к общему виду. Да? И действительно, многие конструкции, которые есть в планиметрии, в стереометрии, так сказать, они просто изучаются при изучении пространства, которое я уже писал, РН, да? То есть это N-мерные, так сказать, пространства, где элементами пространства РН это есть точки или объекты, которые описываются N-координатами. Ну, это мы писали еще в самой нашей лекции, я сейчас повторю, потому что это важно. Итак, у нас есть n-мерное пространство, оно включает в себя и плоский случай, пространственный, там, и любой как, другой, который возможен. И когда мы говорим про пространство РН, оказывается, что в ней можно развить математику, весьма, так сказать, ну, просто обобщая, так сказать, плоские случаи, обобщая случай пространственный, вот, и в нем происходит все хорошо. Значит, и дальше люди задумались, ну, следующий вопрос, который здесь возникает, а почему n должно быть конечным? А может ли n быть равной бесконечностью? То есть, почему бы нам не рассмотреть пространство, так сказать, R бесконечность, ну, такое пространство вообще в функциональном анализе используется, которое мы будем представлять как набор упорядоченной последовательности x, 1, x2 и так далее до, так сказать, бесконечности. Ну, счетный набор, так сказать, компонент R бесконечности. И так можно сделать? Ну да, так можно сделать, так сказать, такие объекты можно формально рассматривать. Более того, такое пространство, его можно наделить линейной структурой, да, то есть можно вести покомпонентное сложение, умножение на скалер. Вот мы получаем, что это пространство вполне себе линейное пространство. Ну, на самом деле в нем можно ввести даже метрику, так сказать, да, значит, ну, там, например, если я сейчас не ошибусь, x
Y вот в этом пространстве, например, можно ввести как вот такой ряд n от 1 до бесконечности, единица, деленная на 2 в степени n. Значит, здесь xn минус yn, деленное на единицу плюс xn минус yn. Вот, по-моему, так можно, да. Значит, записать этот ряд, значит, он всегда сходится, значит, ну, очевидно. И, в общем, можно показать, что так введенная метрика действительно метрика, и это пространство является метрическим. Значит, и здесь все, в общем, для метрических пространств здесь все хорошо, хотя на самом деле, если вы будете применять такое расстояние, то оно оказывается неравноправным, в нем компоненты оказываются неравноправные. Дело в том, что если мы берем обычную метрику в R2, в R3 или в Rn, то там разница, ну, в одной координате, в первой или там, в 23-й, она не важна. Да? То есть оно как бы одинаково будет расстояние между этими компонентами. То есть здесь мы видим, что у нас есть вот этот множитель, единица, деленная на 2 степени n, который быстро стремится к нулю. Ну, и он нужен для того, чтобы обеспечить сходимость этого ряда для любых xn и yn. Вот, но из него следует, что если вы возьмете два одинаковых вектора, у которых будет разница в компонентах там, в тысячной и в первой, то разница между ними, ну, будет совершенно, так сказать, разная, потому что разница в старших компонентах она не так сильно повлияет на значение этой метрики. Ну, конечно, на определение метрики это все корректно, но с этим не очень удобно работать. А вот если мы захотим это пространство сделать его нормированным, то есть ввести норму этого вектора, то тут мы столкнемся с непреодолимыми препятствиями, ну и так просто норму в нем, вообще говоря, не ввести. Значит, и следствие здесь проблема в том, что в этом пространстве R с бесконечностью это просто пространство последовательностей. Любых, это просто две последовательности, и они могут, вообще говоря, себя при больших n, при больших номерах координатах вести себя как угодно. И это не очень, так сказать, на самом деле хорошо. И вот, но тем не менее, идея, так сказать, построения аналога Rn в бесконечном мерном случае, вот она и привела к рождению гильбертовых пространств. Значит, для того, чтобы сейчас перейти к специфике гильбертового пространства, давайте мы посмотрим на то, что, какая есть очень важное геометрическое свойство вот этих двух пространств. Значит, если у нас есть две точки, ну, на плоскости, например, вот одна точка, другая. Эти точки, понятно, что их можно представить в виде вектора, исходящего из начала координат. То есть у нас есть два вектора или две точки, неважно, то мы между ними можем определить угол. Вообще-то, да? Ну, есть, так сказать, определение этого угла. Значит, если у нас есть в трехмерии два вектора, то есть две разные точки и, соответственно, два вектора, мы тоже можем между ними определить угол. А если у нас вот такая штука, мы можем определить угол в n-мерном пространстве. Значит, мы можем определить угол в n-мерном пространстве. Значит, а как определяется угол в n-мерном пространстве? Значит, он определяется. Ну а как вообще здесь определяется угол? Вот в стереометрии или в планиметрии, как определить угол с помощью методов аналитической геометрии? Значит, он определяется следующим образом. Значит, вот этот угол, обозначим его угол φ, мы будем писать. Косинус этого угла φ, значит, на самом деле, если мы вспомним, так сказать, нашу элементарную геометрию, да, это что такое будет? Ну, пусть это будет вот точка А, это точка Б. Да, это нам нужно взять, ну, А, х умножить на bх плюс А, y умножить на b, y и поделить на А, х в квадрате плюс b, нет, ах в квадрате плюс ay в квадрате умножить на bx в квадрате плюс by в квадрате. Вот если мы, я не ошибся, да, все, квадрат, да? Ну, корень квадратный, да, отсюда, да, спасибо. Да, корень квадратный, я даже такой
загибончик сделал. Да, значит, вот таким образом с помощью аналитической геометрии определяет угол, ну, при условии, что вектор А и Б, никто из них не ноль. Ну, понятно, что если там нулевый вектор, к нему угол не определяется. Значит, если мы перейдем к трехмерному случаю, то эта формула также распространяется на трехмерный случай. Значит, распространяется это и на n-мерный случай, но только давайте мы введем обозначение, что пусть у нас есть два вектора, x и y, мы ведем понятие скалярного произведения, оно вводится в аналитической геометрии, оно вводится как сумма x1 на y1 плюс x2 на y2 плюс и так далее, плюс xn на yn. И называется это скалярным произведением. Значит, ну, а то, что стоит здесь, ну, тут еще вводится норма этого вектора, да, значит, ну, и вводится норма вектора y. Она вводится, как эвклидова норма. Ну, это мы не будем повторять, это мы писали. И тогда косинус угла фи, значит, это определяется как скалярное произведение между x на y, деленное на норму x, умноженную на норму y. Ну, более того, значит, ну, и, ну, понятно, что значит, ну, определяем отсюда косинус, ну, с точностью до 2π, это не важно. И мы видим вот угол значит, между такими векторами. N-мерными векторами можно ввести такой угол. Значит, этот угол в планиметрии стереометрии он играет важную роль. Ну, это мы все понимаем, так сказать, ну, с углами мы сталкиваемся в нашей жизни спокойно. Значит, для n-мерных векторов угол геометрического наглядного значения может и не иметь. Но нам важен не сколько этот угол фактически, его фактические значения, а нам важен, насколько этот угол, так сказать, близок к нулю или близок к пи пополам. То есть на самом деле вот из этих ситуаций есть две крайние случаи. Крайний случай – это когда два вектора А и Б, они ортогональны, то есть когда угол между ними оказывается пи пополам, или, как говорят, 90 градусов. И второй важный вариант, когда вектор А и Б, между ними угол равен 0. Вот это значит, на самом деле вот это очень важно. А все остальное это что там ну, между нулем, так сказать, да, и пи пополам. Значит, аркосинус нуля и, соответственно, значит, пи пополам, значит, это вот что. Если вектор x и вектор y, они ортогональны, то угол между ними, он равен пи пополам. Или, да, угол равен пи пополам, или это то же самое, что скалярное произведение между ними, x и y равняется нулю. Значит, второй случай, когда x, ну, параллели, да, вот так, по-моему, в школе пишут, да, параллельный. Ну, то есть это когда они компланарны, когда они лежат на одной прямой. Отсюда следует, что угол φ равен нулю, значит, или это означает, что x на y равняется норма x на норму y, ну, по модулю. Ну, потому что фи здесь 0, либо 0, либо, либо π. Ну, потому что если либо вектора вот так, а если он в другую сторону, там будет другой знак. Но смысл вот в чем, что у нас вот это скалярное произведение, если оно равно нулю, то это вектора ортогональны. Если оно равно, модуль его равен, так сказать, произведению длин этих векторов, то эти вектора лежат на одной прямой. Значит, и вот это дает возможность значит, рассматривать понятие ортогональных векторов. И это на самом деле для нашего мира и для машинного обучения, к которому мы сейчас перейдем, это как раз сыграет принципиальную роль. Значит, ну, о роли мы сейчас поговорим чуть попозже, а теперь мы переходим, собственно, к гильбертовым пространствам. Гильбертовое пространство, вообще-то, хотя изначально там, наверное, имелась в виду идея построения пространства R бесконечность, но для его определения
не отталкиваются от эвклидового пространства, а делают сразу решительный шаг. Итак, значит, сначала мы рассматриваем, пусть это H, это будет некоторое линейное пространство. Линейное пространство. Значит, в линейном пространстве, ну, оно может быть над полем вещественных, либо комплексных чисел, я уже об этом тоже говорил, но вот здесь разрешить я немножечко буду рассматривать над полем комплексных чисел. Значит, так это, пусть это линейное пространство, и мы скажем, что в этом линейном пространстве введено скалярное произведение, которое будем обозначать x на y, где x и y — это элементы вот этого линейного пространства, если это скалярное произведение удовлетворяет следующим условиям. Да, ну вот это скалярное произведение — это… нехорошо написал, хотя… Это элемент, ну, если это комплексное пространство, то это комплексное число. Если это вещественное, над полем вещественных чисел, то это вещественное число. Значит, то есть это число, скалярное произведение, это число. Вот, кстати, ну, вот мы обычно как привыкли, да, два числа умножаем, получаем то же самое число. А, так сказать, да, там, два числа, снова число, то есть это как некая такая полугрупповая операция, а здесь вот не так, то есть мы берем два вектора, мы скалярно умножаем, получаем число, то есть были вектора, получили число. То есть скалярное произведение, оно на то и скалярное, что оно с некой такой потерей информации, то есть оно, ну, как бы дает объект не из самого пространства H, а просто некоторое число, некую характеристику. Значит, оно должно удовлетворять следующим условиям, значит, ну, во-первых, скалярное произведение x на x. Это должно быть вещественное число, и оно должно быть, значит, не отрицательным. Значит, x на x равно нулю тогда и только тогда, когда x нулевой элемент. Значит, ну, никаких, в других вариантах нет. Значит, второе, значит, что x на y равняется y на x с комплексным сопряжением. Ну, вот эта черта — это комплексное сопряжение. То есть если у нас линейное пространство над полем вещественных чисел, то черту можно убирать. Вот. Но вообще говоря, есть, так сказать, резон рассматривать гильбертовое пространство над, над комплексными числами, вот, потому что, ну, вот, тогда, соответственно, меняя местами элемент x, y, мы получаем комплексно сопряженное число. Значит, третье условие, что x на y плюс z это то же самое, что x на z плюс y на z. Ну, то есть вот так можно как-то скобочки раскрывать. Значит, четвертое условие такое, что лямбда на x на y равняется лямбда на x на y. Ну, заметим, что если помните, когда было нормированное пространство, у нас лямбда выносилась по модулю, здесь оно выносится не по модулю, но на самом деле оно только из-под x. То есть, если вы, ну, кстати, свойства 2 и 4 следует, что если x лямбда y, то это будет лямбда сопряженная на x на y. Ну, то есть это не элемент x, y не равноправный ввиду свойства 2, потому что они, так сказать, комплексно сопряжены. Да. Я же как написал? А, сейчас, глупость какую-то написал. Y, x, да, спасибо, x, y и x, x, z. Да-да-да. Да-да-да, спасибо, это я, так сказать, неправильно писал. Да, значит, свойство 3, конечно, ну, как бы раскрываем вот эти скобки. Значит, они раскрываются вот таким образом. Значит, пространство, в котором можно ввести скалярное произведение, такое называется предгильбертовым пространством. Предгильбертовым пространством. Значит, теперь давайте посмотрим на предгильбертовое пространство. Разрешите, я сотру.
Значит, если у нас есть предгильбертово пространство, то мы в этом пространстве можем ввести норму. Значит, вот если H – это предгильбертово пространство, то, соответственно, норма в этом пространстве, она вводится следующим образом, как корень квадратный из x на x. Значит, это можно убедиться, что это свойство, все свойства нормы выполнены, если выполнены все свойства на скалярное произведение. Вот это свойство 1, помните, такое было до нельзя напоминавшее, так сказать, про норму, оно, собственно, и нужно, чтобы было построить норму. Вот смотрите, мы ввели только скалярное произведение, не вдаваясь в структуру пространства H, но мы сразу получили нормированное пространство. Вот помните, я говорил, что с R бесконечностью были проблемы. Вот R бесконечность так просто не пройдет. Вот, ну, так вводится норма. И, соответственно, любое предгильбертово пространство является нормированным пространством. Дальше главное определение такое, что раз это пространство нормируемое, то среди них могут быть полные нормированные пространства. То, соответственно, полное предгильбертово пространство называется гильбертовым пространством. Ну, или пространством Гильберта, как еще иногда называют. Ну, в принципе, сейчас, так сказать, гильбертово пространство вполне нормальное определение. Вот здесь надо, как всегда, значит, бывают такие моменты, что хотели как лучше, иногда получилось как всегда. Тут есть терминологический зазор. Значит, вот в очень авторитетных учебниках, там, ну, например, Колмогоров-Фомин, значит, там добавляются еще некоторые свойства гильбертовым пространством. И в разных книжках, так сказать, тоже, так сказать, есть разночтение. Значит, мы будем говорить так, как вот я сейчас сказал. То есть гильбертово пространство – это то полное нормированное пространство, где норма задается в скалярном произведении, которое можно ввести в этом пространстве. Значит, иногда к нему добавляют еще два условия. Первое. Иногда говорится, что гильбертово пространство всегда бесконечно мерное, что, в общем, не такая катастрофа, потому что оно просто вместо гильбертова тогда надо говорить, если у вас конечно мерное, говорить об эвклидовом пространстве. Вот. Но все же лучше говорить удобнее про гильберт. И второе условие, которое добавляется, оно конечно, где-то, наверное, имеет глубокий корень, об этом тоже упомянем. Иногда добавляют свойства сепарабельности этого пространства. Сейчас я объясню, что имеется в виду. В этом есть глубокий смысл, но все же, так сказать, мы будем исходить из того, что гильбертово пространство – это то пространство, в котором можно ввести скалярное произведение, и оно будет полным относительно нормы, порождаемой скалярным произведением. Теперь насчет сепарабельности и о том, как устроены гильбертовые пространства. Значит, гильбертовые пространства, они устроены следующим образом. Значит, они разделяются на три класса. Значит, первый класс, значит, это конечномерные условия, конечномерные гильбертовые пространства. Это вот Rn или Cn, это не важно. Значит, это конечномерные пространства. Вот, любые гильбертовые пространства, которые являются конечномерными, они всегда изоморфны. Значит, их всегда можно представить вот либо в R, ну, если это вещественно на ДДРН, или на CN. То есть это других конечномерных пространств гильбертовых, которые не были бы изоморфны, которые не могли быть представлены в таком виде, их не существует. Что такое изоморфное гильбертовое пространство? Давайте, да, я не сказал. Значит, что такое изоморфное гильбертовое пространство? То есть у нас есть H и G, два гильбертовых пространства, то мы будем говорить, что эти два пространства изоморфны, если существует такое отображение ню H в G, взаимно однозначное. Оно, конечно, должно, ν x плюс y
переводить в ню x плюс ню y, то есть это сохранять сумму как линейных пространств, оно должно сохранять умножение на скалер. Вот. Ну и еще, если мы говорим о гильбертовом пространстве, оно должно сохранять структуру гильбертового пространства, то есть скалярное произведение ню от x умножено на ню от y, это то же самое, что скалярное произведение x на y. Если у вас есть два изоморфных гильбертовых пространства, то по сути это одно пространство, оно отличается одно от другого только словами их определяющими. А здесь, конечно, не все так просто, значит, потому, особенно в приложениях, тут могут возникать недоразумения, но если мы говорим, что гильбертовое пространство это просто линейное пространство плюс скалярное произведение, то окей, значит, и у нас два пространства изоморфны, то это два пространства, они отличаются просто обозначениями. Это одно и то же пространство. Все результаты в одном пространстве верны для другого пространства. Значит, соответственно, все конечномерные пространства, они изоморфны вот этим пространством. Других конечномерных гильбертовых пространств, подчеркиваю, гильбертовых пространств, конечномерных не существует. Значит, а бесконечномерные гильбертовые пространства, они разделяются на два класса. Значит, но прежде чем мы поговорим, о каком классе они различаются, давайте мы приведем пример бесконечномерного гильбертового пространства. Значит, существует два канонических примера гильбертовых пространств. L2 малое и L2 большое. Ну, L2 большое мы сейчас не будем говорить, потому что для этого нам потребуется мера Лебега, о котором будем говорить в следующий раз. Вот, а поговорим про самое такое каноническое пространство Гильберта. Оно обозначается L2 малое. Ну, вообще, вместо двоечки там можно поставить P. Значит, да. Ну, как бы будем говорить про L2. А вместо двоечки заменим P, будет пространство LP. Итак, пространство L2 – это пространство всех последовательностей, ну, всех числовых последовательностей. Ну, если над полем вещественных, то вещественных последовательностей, если над полем комплексных, то комплексных последовательностей, неважно. Таких что? Для каждой этой последовательности выполняет следующее условие, что ряд модуль xn в квадрате меньше бесконечности. То есть мы берем эту последовательность, берем от каждого элемента модуль, возводим модуль в квадрат, это важно. Ну, для LP возводим степень p, значит, и этот ряд должен сходиться. Значит, тогда мы в этом пространстве можем ввести следующее скалярное произведение. Вводится следующим образом. Вот сейчас внимание. Ну, вводится вот так. Очень похоже на что-то. Для, если бы здесь ряд оборвался конечной суммой, это было бы как раз Rn, так в нем и вот в, да, первое, так в нем в Rn, так и вводится скалярное произведение. То есть мы, по сути, обобщили эту формулу. Но чем мы заплатили? Мы заплатили тем, что условия, ну, этот ряд, ну, можно показать, что этот ряд будет сходиться, если x, y удовлетворяет этому условию. Мы заплатили тем, что мы потребовали от модулей нашей последовательности такового условия, чтобы сходился ряд. То есть, говоря языком бытовым, ну, да, для потребителя, это означает, что пространство из L2 это такое пространство, у которого общий член последовательности достаточно быстро убывает нулю. Насколько быстро? Настолько, чтобы этот ряд сходился. Причем убрать двоечку нельзя. То есть, ну, например, последовательность xn, единица, деленная на n, она принадлежит L2.
Там АЛ1, если здесь убрать место единичку, она уже не будет принадлежать. То есть этот ряд, да, но за счет этого квадратика он дает нам некую такую форму. Так вводится скалярное произведение. Норма в этом пространстве вводится следующим образом. Норма x. Ну, давайте я приведу, потому что это важно. Вводится таким образом. Это самое такое каноническое пространство Гильбертова. Все сепарабельные Гильбертовы пространства, они изоморфны вот этому пространству. Что такое сепарабельное пространство? Сепарабельность это тема из метрических пространств. Давайте тогда я напомню, что пространство X называется сепарабельным пространством. Если в этом X существует счетное, всюду плотное множество. Счетное это понятно, то есть его элементы его можно пересчитать, то есть их можно сопоставить натуральному ряду. Всюду плотное это означает, что для любого элемента x из x большого, это плотное множество, давайте мы его обозначим через, m. Означает, что для любого x из этого метрического пространства и любого эпсилон большего нуля существует такой элемент y из множества m, которое счетно, такое, что расстояние между x и y будет меньше, чем эпсилон. Это означает, что любой элемент x большого можно с любой точностью приблизить элементами из m. Примером сепарабельного пространства, самым таким простым, это, допустим, вещественные числа. А тут множеством m в качестве можно выступить множество рациональных чисел. Множество рациональных чисел, оно счетно, и мы знаем, что любое вещественное число можно с любой точностью приблизить рациональным числом. Это означает сепарабельность. Оказывается, что для гильбертовых пространств сепарабельность играет глубокую роль. Оказывается, что все гильбертовые пространства, которые сепарабельны, они вообще обязаны быть изоморфны L2. Остается еще третий класс, это бесконечно мерные, не сепарабельные пространства. Бесконечные мерные сепарабельные пространства. Кто-нибудь знает пример такого пространства? Давайте приведем пример такого пространства. А тут уже нельзя сказать, что они все там изоморфны чему-то. Это пространства, совсем такие сложные. Дайте вам задачку на дом, если никто не придумает пример несепарабельного гильбертового пространства. Я подчеркиваю гильбертового пространства. Всякие пространства Гёльдера, которые несепарабельны, как известно, они не являются гильбертовыми. Если кто не придумает, я приведу. Это вообще уже такие, в каком-то смысле, экзотические пространства. Почему? Потому что сейчас, собственно, ради чего нам нужны были гильбертовые пространства? Они нам были нужны ради следующих двух моментов. Во-первых, нам гильбертовое пространство, скалярное произведение, точнее, даже предгильбертовое пространство, дает возможность определить угол. Единственное, что я хочу сразу подчеркнуть, очень важное неравенство в гильбертовых пространствах, неравенство Каши-Буниковского, который вот так выглядит. Иногда это Каши-Буниковского-Шварца,
Вот, в русскоязычной литературе Кашиба-Буниковского, ну, часто в западной литературе оно просто называется неравенство Шварца. Ну, я буду называть его Буниковского Шварца. Кашиба-Буниковского. Ну вот из этого неравенства, значит, которое верно для любых х, следует, что если мы определим косинус угла φ вот, по такой формуле, уже для Гильбертова пространства, то этот косинус, ну точнее модуль этого косинуса, он не будет превосходить единиц. Ну, то есть это корректное определение то косинуса φ. Да? И, соответственно, так сказать, ну, иногда говорят, что это, ну, так, совсем быть немножко доскональным, что косинус надо тогда определять не для комплексных пространств, а для вещественных. Но определить можно так угол и неважно, потому что Кашиба-Буниковского нам дает, так сказать, вполне здравое определение этого угла. Значит, здесь угол, конечно, можно сосчитать для, так сказать, элементов Гильбертова пространства. Для эвклидовых пространств это будет обычный наш угол, который мы использовали. Для, так сказать, более общих Гильбертовых пространств будет, ну, какое-то другое число. Но это число, оно вот что будет характеризовать. Что если мы берем вот этот косинус угла φ, значит, если он равен нулю, как я уже говорил, да, то есть он равен нулю, тогда, только тогда, когда скалярное произведение равно нулю, то мы будем говорить о том, что элементы x и y ортогональны. Ну, то есть мы будем называть два вектора ортогональных, если скалярное произведение между ними равняется нулю. Значит, нам вообще нужны, так сказать, элементы ортогональные и неортогональные. Значит, что мы, значит, имеем для гильбертовых пространств? Для гильбертовых пространств мы имеем определение базиса. Значит, что такое, значит, ортонормированный базис? Значит, ортонормированный базис в гильбертовом пространстве называется следующее. Следующая конструкция. Значит, итак, пусть у нас есть последовательность E1, E2 и так далее, ну, вообще счетная EN и так далее, элементов из Гильбертова пространства. А есть счетный набор элементов Гильбертова пространства. Значит, эти элементы EK скалярно умноженные на EM равны нулю, значит, если k не равно m. То есть они все попарно ортогональны. Они, каждый из них имеет en, ну, ekt, норму, равную единице, нормированную, то есть это ортонормированные элементы, ортогональные и равные единице. Значит, это система ортонормированных векторов. Значит, она будет являться базисом для Гильбертова пространства, если это будет базис, если, значит, для любого элемента x из пространства H выполняется следующее представление, что вот этот x можно представить в виде суммы, ну, ряда, извините, ну да, фикаты на екаты. Где фикаты? Это есть так называемый коэффициент Фурье по ортонормированному базису, который определяется следующим образом. Это есть x на en. И такое представление единственное. Значит, о как. Значит, итак, ортонормированным базисом называется ортонормированная система элементов, такая, что любой другой элемент, ну, в том числе и они сами, представляется в виде вот такого ряда, где есть каждый элемент ортонормированного базиса, умноженный на некоторое число, которое, в свою очередь, обязательно вычисляется вот по такой формуле, значит, когда x на en. Значит, какие гильбертовые пространства имеют ортонормированный базис?
Значит, у нас есть три, так сказать, сектора. РН имеет ортонормированный базис? Ну, строго говоря, нет, потому что у нас РН, он имеет, конечно, ортонормированный базис, но этот базис будет конечный. Значит, оказывается, что если Гильбертово пространство H имеет счетный ортонормированный базис, тогда и только тогда, если пространство H сепарабельно. Если оно бесконечно мерно и сепарабельно. То есть, если оно не сепарабельно, то оно ортонормированного базиса не имеет. А все, значит, которые ортонормированные, то есть это все, которые сепарабельные, это пространство L2. Почему пространства все L2, вообще говоря, между собой, значит, почему они между собой изоморфны? Дело в том, что давайте мы посмотрим, вот если у нас есть вот такое представление. Нет, это мел плохой. Значит, если у нас есть вот такое представление, то смотрите, у нас в левой части у нас есть x, это какая-то наша элемент, такой сложный, интересный, хитрый, там, ну, например, какая-нибудь последовательность хитрая или функция какая-то, у нас сейчас будет L2 большое, да, это будет функция, такая какая-то очень сложная конструкция, которую мы, так сказать, вот выточили из какого-то элемента гибридного пространства. А посмотрите на правую часть. Правая часть состоит из элементов базиса, Е1, Е2 и так далее, которые обычно просто устроены и заданы. Ну, там, тригонометрическая система, например, да, и так далее. То есть это элементы, типовые элементы конструкции. И они хорошо заданы, они имеют хорошие свойства, там дифференцируемые, бесконечно гладкие. И вообще мы их, так сказать, специально хорошо сделали, чтобы, так сказать, с ними удобно работать. Это очень хороший элемент. Ну, если там в простом пространстве взяли вот вектора туда-сюда, так сказать, базисные, отличные, так сказать, ортобазисы, все очень, про них все известно, все хорошо. Плюс числа. То есть смотрите, если мамбазис фиксирован, то каждый элемент, по сути, задается последовательностью своих коэффициентов Фурье. Числами. То есть любой сложный объект сепарабельного гильбертова пространства можно описать числовой последовательностью. Вот этих фикатов. Более того, оказывается, что если мы возьмем норму пространства X, то это будет в точности, вот что, это будет ряд вот этих фикатов в квадрате. Это в точности так. То есть эти фикаты, они еще и по росту выстроены так, что они совпадают с нормой x. А это что такое? А это есть ведь ничего иное, как норма вот этой последовательности фикатов. В L2 мало. Понятно? То есть L2 малое, вот эти последовательности, которые мы сначала начали, их всегда можно трактовать как коэффициенты Фурье какого-нибудь гильбертова сепарабельного пространства. Там мы берем любой базис, навешиваем на базис коэффициенты, суммируем, получаем сложный элемент. То есть вот это очень важный момент. Вот не сепарабельное гильбертовое пространство, там может быть, конечно, уже любые чудеса. А в сепарабельном гильбертовом пространстве оно устроено очень просто. Любой элемент описывается, вообще говоря, последовательностью своих коэффициентов Фурье. Причем единственным образом. Ну, при фиксированном базисе это единственным образом. Ну, меняем базис, конечно, коэффициенты тоже изменятся. Но базис мы делаем априори. Мы его делаем таким, какой нам удобен. Вот как. Что такое, значит, гильбертовое пространство? Значит, переходя к машинному обучению, мы сейчас рассмотрим один, значит, важный метод. Один очень важный метод. Значит, мы поговорим про генетические алгоритмы.
Я сейчас расскажу, и даже ну, для, если здесь есть желающие, так сказать, позаниматься потом наукой в этой области, ну, как бы есть у меня одна идея, ну, которую мы сейчас, которая требует некоторого, так сказать, стычки. Вот помните, мы говорили, что мы ищем смычки между, так сказать, не стычки, а смычки, хотя, может быть, стычки тоже, а стычки-смычки между классической математикой и значит, методами машинного обучения. Значит, генетические алгоритмы, они решают следующую задачу. Значит, пусть у нас есть некоторая функция f, которая задана, ну, вообще говоря, на каком-то гильбертовом пространстве. Ну, конечно, тут бесконечная мерность не играет такой важной роли, поэтому здесь можно, так сказать, давайте я для простоты напишу, что это Rn. Ну, хотя можно быть любое гильбертовое пространство. Значит, ну, в приложениях, в общем, бесконечная мерность не важна, потому что во всех более-менее разумных приложениях, если вы взяли какую-то хитрую функцию, разложили ее в ряд Фурье, ну, это ну, или в ряд по ортономерному байсу, что, да, а потом взяли, оставили только первые там, 1000 элементов, остальные, поскольку коэффициенты Фурье ниже из L2, они быстро стремятся к нулю, то для хороших элементов они уже близки к нулю, это можно всегда можно оборвать. Значит, итак, вот у нас есть функция f, которая задана на n-мерном пространстве, ну и числовая функция. Ну, мы будем для простоты считать, что, ну, поэтому уже это было, что f будет не отрицательная функция, то есть она, значит, не отрицательная функция, и, соответственно, мы будем решать задачу. Это, ну, я так напишу упрощенно, минимизировать эту функцию. Ну, на, скажем, пространстве Rn, или хотя можно, так сказать, взять какое-то подмножество Rn. Ну, давайте даже лучше, наверное, подмножество. В фактических задачах не так лучше написать, лучше, что мы выделим какое-то множество омега из Rn. Это не обязательно должно быть выпуклое какое-то там множество. Это может быть, кстати, множество такое, ну, достаточно нам удобное. Значит, ну хотя, ну хотя для простоты будем считать, что это некий, так сказать, параллелепипед. Значит, и соответственно мы будем искать задачу, будем искать такой x со звездой от омега, такое что минимум функции f на при x на омега равняется f от x со звездой. То есть мы ищем минимальный элемент на это множество. Ну, это задача оптимизационная, мы ее рассматривали в самой первой нашей лекции. Это классическая задача машинного обучения. Ну, это задача классическая вообще, ну и для машинного обучения в частности. Она может быть, ну, как мы уже говорили неоднократно, да, и на первой лекции, и на второй, так сказать, о том, что это пространство, что эта задача может быть весьма и весьма, так сказать, сложной с фактической точки зрения для ее вычисления. Значит, функция f, на нее никаких, мы вообще говоря, пока не накладываем на нее никаких, значит, ограничений. Ну, кроме того, что она там положительная. Значит, ну, значит, и метод генетических алгоритмов дает ее решение. Значит, должен сразу вам сказать, что в моей практике работы с машинным обучением, значит, вот если надо решить какую-то конкретную задачу, то есть надо вот что-то, так сказать, решить для потребителя, ну не просто, так сказать, поиграться, вот это лучший метод. Вот нейронные сети я не очень люблю. Они довольно капризны, так сказать, в их применении. В общем, там есть сложности. И в фактической реализации, и в их применимости, и в необходимых обучающей выборке. А вот генетический алгоритм — это то, что работает. Вот оно прям берет и работает. Конечно, иногда не работает, но там так. Или оно не работает, значит, задача не решается методом генетических алгоритмов, или оно работает. А если работает, оно работает устойчиво при различных, так сказать, параметрах генетического алгоритма. Значит, итак, значит, ну я сейчас эту обстановку сотру. Будем помнить, что у нас есть вот такая функция f, которую нам нужно, что? Нам нужно ее минимизировать.
Значит, у нас есть множество омега, на котором мы будем минимизацию производить. Прежде всего, метод генетических алгоритмов исходит из того, что мы для каждого элемента X из множества омега мы определим так называемую фитнес-функцию или функцию приспособленности. Я буду называть фит. Мы ее определим следующим образом. Это будет функция единица f от x, вот так. Эта функция, поскольку f не отрицательная, эта функция определена на всех x, там никакого деления на 0 быть не может. Причем, смотрите, если x со звездой, это вот оптимум, минимум этой функции, то это, соответственно, будет максимум функции фит. Правильно? Более того, давайте мы для простоты, это не играет никакой роли на самом деле для построения метода, но для ее интерпретации удобно. Давайте мы будем считать, что вот мы, допустим, знаем, или хотя это опять-таки не играет никакой роли, что минимум этой функции равен нулю. Опять-таки, на программирование это никак не повлияет, просто будет удобнее сейчас мне записывать. Предположим, что этот минимум, мы знаем, что этот минимум равен нулю, и мы его ищем. Соответственно, значит, фит, она зависит от x, конечно. Соответственно, функция тогда фит от x со звездой равняется чему? Единице. Соответственно, наша задача увеличивать функцию фит. Идея такая, что первоначально в методе генетических алгоритмов мы не берем какое-то одно решение и не, так сказать, его пестуем, а мы берем множество решений, значит, берем m большое, это будет множество решений x1, x2, и так далее, xm большое. Значит, каждый вот этот xm это элемент омега. То есть мы берем m штук случайным образом. Случайно. Это будем еще называть популяцией. То есть мы берем популяцию m штук произвольных точек. В нашей области омега. Значит, да, случайным образом. Дальше. Значит, мы для каждого этого элемента можем вычислить функцию фитнес. Значит, второе. Я не буду говорить, что мы для каждого элемента вычисляем функцию фитнес. Давайте я так запишу. Мы вычислим для каждого функцию фитнес, и мы перенумеруем вот эти номера, перенумеруем следующим образом. Я так напишу, да? Перенумеруем таким образом, что фитнес x1 будет самое большое значение фитнес. Дальше функция будет fit x2 больше или равно и так далее. Больше или равно в конце fit от xm. То есть мы их расположили по росту. Но здесь что важно, да? Мы их ранжировали по их приспособленности. Приспособленностью мы будем говорить так, что элемент тем лучше, чем у него выше функция фитнес. Чем он ближе к решению нашей задачи. Соответственно, мы их ранжировали. Это не политкорректно, конечно. Так нельзя ранжировать по какому-то параметру, но по сути это так. Вообще генетические алгоритмы, они возникли там в работах Холланда, и как раз у него была идея эволюции. Так эволюция, она так и происходит. На самом деле есть всякие, так сказать, какие-то популяции зверей, дальше из них есть лучше и хуже, по каким-то параметрам. Те лучше живут, дольше живут, больше спариваются и хуже спариваются, так сказать, по каким-то параметрам. И, соответственно, их можно оценить по этому параметру. Мы оценили наших, мы будем, иногда буду я так говорить, вместо этих точек буду говорить об особи, то есть это будем говорить, что это особь. Или даже еще она называется хромосомой.
Итак, мы их ранжировали по такому признаку. Дальше. Ну, здесь есть несколько вариантов этих геометрических алгоритмов, поэтому я тут буду... сейчас, прошу прощения, обезучу. Значит, я буду здесь... Значит, я буду здесь приводить, так сказать, тот схему алгоритма, которая, ну, работала во всех моих случаях, значит, тут, хотя вариантов тут очень много. Значит, дальше мы делаем следующее. Мы убиваем там k последних особей. К последних особей. К это вообще, ну, может быть 20%, ну, обычно это 20% всех особей, значит, плохих, самых худших мы убиваем. Селекцию делаем. Очень нехорошо. Но что же делать? Нам нужно найти лучший элемент, мы худших с ними расстаемся. А, значит, с оставшимися делаем, значит, следующие операции. Значит, вообще в классическом методе генетических алгоритмов рассматриваются две операции: кроссоверинг или кроссинговеринг, скрещивание по-русски, и мутации. Значит, мутация в генетических алгоритмах, она у нас, мы ее не будем делать, мутацию, она слишком тонкий инструмент, зачастую мы будем вместо мутации делать селекцию. То есть мы будем вместо того, чтобы у нас эти особи мутировали потихонечку, значит, мы будем просто отбрасывать 20, потом мы эту двадцатку мы случайным образом потом доберем. Значит, да, вот, поэтому у нас не будет классической операции мутации, она обычно, ну, в приложениях, в которых я работал, мне она была, ну, мутация слишком медленно делает эволюцию. Лучше сразу, так сказать, расставаться с 20 плохими. Значит, поэтому здесь, да, теперь дополняем множество вот это μ, k случайными особями. То есть вот давайте вот здесь буду как бы так рисовать. Вот у нас есть наша популяция. Вот мы взяли, ну тут как бы получается m минус k, да? Вот это их всего m, m минус k. Вот эту взяли, убили и новые случайным образом добавили. Они могут быть лучше, чем эти, или хуже, чем эти. Это сейчас не важно. Значит, среди этих особей, вот мне удобно, это не всегда так делают, но я так делаю, мы выделяем короля, то есть мы выделяем ну, вот эту первую особь, которая вот в этой выборке была лучшей. Мы ее не трогаем. Иногда это приводит к не очень удобным вещам. Бывает, что король может оказаться не совсем идеальным, но за счет того, что он близок к королю, он сейчас будет больше реплицироваться. И, так сказать, грубо говоря, бывает такой ложный клан. И иногда, когда плохо работает алгоритм, иногда его, так сказать, встряхивают. Но все же он зато нам даст монотонность нашей процедуры. И, в принципе, в общем, обычно я это оставляю. Значит, пятое. Процедура делается следующим образом. Значит, для мы снова рассчитываем, ну, да, мы, естественно, когда добавили сюда k, будем считать, что там рассчитана функция фитнес для них, рассчитана, конечно. Дальше мы берем, значит, для каждого m, начиная с 2, 2, 3 и так далее до m большого, с каждой особью мы делаем операцию кроссоверинга или кроссинговеринга, скрещивания. Значит, что это означает? Вот мы берем особь xm. Ну, здесь такой жесткая такая будет кроссоверинг. Дальше ищем первое, значит, ищем пару x, допустим, мы обозначим k. Ищем пару. Но как мы ее ищем? Значит, мы ее ищем следующим образом, так, может что-то стереть, да? Разрешите, я вот эту часть, ну, вот сотру. Значит, как мы ищем пару? Значит, вот это k, это случайная величина,
значит, как бы сейчас записать, вероятность, что вот это вероятность вот этого ПКТОВа, ну, вероятность то, что мы выберем ПКТОВ, она равняется следующим образом. Она равняется фитнес функции XKT, деленную на сумму всех фитнесов. Fit X1 плюс и так далее, плюс fit XM. Понятно, да? Ну, может быть, не очень так вульгарно записал, но вероятность вот выбора K вот здесь, она вычисляется по такой формуле. Но это понятно, что это как раз есть вероятность. Если мы их всех просуммируем от 1 до m, мы получим как раз единицу, поэтому здесь все корректно. Смысл в том, что чем особи, ну вот когда мы ищем пару, кстати, k может равняться m, между прочим. Единица может равняться, m не может равняться единице, а k может быть единицей, двойки, и m большого. А чем лучше у нее фитнес, тем больше ее вероятность, что оно спарится. Ну, как в природе. Если там птенцы, чем птенец лучше соответствует ожиданиям самки, ну, почему поют всякие соловьи, там прыгают, чем круче он, так сказать, соответствует ожиданию, тем скорее он, так сказать, найдет себе пару. Там в обезьянах также есть, да, так сказать, они делятся там, так сказать, чем там, так сказать, лучше по каким-то параметрам, тем люди чаще спариваются. Ну, конечно, не люди, тем, значит, да, животные чаще спариваются. Люди, в принципе, так, конечно, более сложно используют функцию фитнес, и она для разных цивилизаций и времен разная, конечно, да, но, в принципе, тоже более-менее понятно, чем человек более успешен, физически лучше, там, умен и так далее, что тем у него больше шансов на, так сказать, на спаривание. Вот, ну, хотя люди, конечно, уже придумали кучу всяких условностей, что, значит, это не совсем точно, но наше, ну, вы поняли, что я хотел сказать. Итак, мы ищем пару вот по такому случайному алгоритму. Дальше мы производим операцию мутации. Значит, вот это, я тоже здесь ее нарисую. Тут тоже есть разные варианты, значит, давайте я так нарисую. Вот у нас есть XM. Это же что такое? Это же вектор, да, x1m, x2m и так далее, xm большой, n, да, у нас n, xm. И, соответственно, у нас есть ykt, ой, xkt. Это xk1, xk2 и так далее, xkn. Дальше мы из них конструируем новый вектор y, значит, который будет себя представлять y1, y2 и так далее, yn, где y, ну, n маленькая, да, здесь, y и t. Это либо xn, либо xk, ну, с вероятностью, ну, давайте я здесь не буду сейчас писать все очень, так сказать, точно, понятно, что это с вероятностью, значит, fit xn, деленное на fit xn плюс fit xk, а это будет с вероятностью fit xk, деленное на fit xn плюс fit xk. То есть, смотрите, мало того, что мы выбрали пару случайным образом, так еще в этой паре, ну, как бы там у людей, да, хромосома состоит из, так сказать, два гена, две части, ну, как бы у них есть, да, одна часть берется от мужчины, а другая от женщины, по половинке, формируется новый ген из двух половинок. Значит, а здесь мы будем брать, вот это, если понимаете, как хромосому, а это гены, то, соответственно, мы будем брать гены,
То есть в этом y вклад xm и xk-ного будет тем больше, чем больше приспособленности соответствующего элемента. То есть, то есть ребенок наследует отца или матери, ну, с вероятностью, кто лучше. Если отец был лучше, значит, мы больше будем похожи на отца. Если лучше была мать, будем похожи на мать. Ну, опять-таки, здесь вариантов много. Можно просто так делить пополам. Можно, знаете, еще как вот я часто делал, еще один из вариантов, я его графически нарисую. Вот если взять гены, ну, даже этот вариант предпочтительный в ряде фактических случаев. Вот если у нас есть вот этот xn, а это xk, то просто тупо, значит, мы берем пропорционально, значит, ну вот, допустим, xn в два раза лучше, чем этот. Мы берем две трети отсюда, то есть и формируем y вот из этого плюс из этого. Это иногда показывается лучше, так сказать, ну, меньше перемешиваемость вот этих, так сказать, лучшая преемственность, даже лучше, чем вот это, но так тоже можно делать. А тут надо поиграться. Ну и, значит, соответственно, после того, как мы все это сделали, шестой шаг, переход к 2. Переход к 2. Значит, ну и дальше все продолжаем. До каких пор? Ну, до тех, пока не надоест. То есть, либо мы найдем оптимум, либо, так сказать, становимся по количеству итераций и так далее. Я уже обсуждал с вами вопрос, когда, значит, следую, ну, как останавливаются методы машинного обучения. Как хотим, так останавливаются. Значит, что мы имеем? Значит, при таком подходе, поскольку мы рассматриваем генетический алгоритм с королем, то, соответственно, у нас на каждой итерации у нас лучший элемент, это будет элемент, это будет элемент x1. Это лучший элемент. Значит, ну, и он как бы он, его можно так записать, что он зависит от времени t. Да? Ну, t это количество эпох, как называется это в генетических алгоритмах. Да? Если мы построим вот такой график, тут мы отложим время, значит, то соответствующее, значит, ну вот если вот это будет единица, то фитнес-функция, а здесь мы отложим фит от x1, то он будет, это будет монотонно, значит, вот возрастающая функция. Она может вот так не дойти до единицы, значит, так далее. Ну, соответственно, решение, если вы построите решение, то решение будет наоборот, да, это будет функция, так сказать, вот как-то монотонно убывающая. Значит, в генетических алгоритмах там бывает проблема стагнации. Значит, на самом деле вот такие графики, которые я здесь нарисовал, это не характерные графики. Характерный график выглядит следующим образом. С первых, ну я буду для фитнес-функции рисовать, с первых моментов происходит обычно резкий возрастание, так сказать, улучшение. То есть вот сразу, ну потому что понятно, вы взяли там, условно говоря, 1000, значит, элементов случайных, из них отобрали лучших. Значит, да, и это как бы быстро, так сказать, само по себе, ну, так сказать, быстро, значит, эта эволюция быстро начнет улучшать элементы. А дальше зачастую у вас будут такие периоды очень длительные, когда константы, когда вы обновляете, но вот этот король, который оказался лучшим, он еще не дотягивает до единицы, но не находится элемента лучше его. Значит, это длительные такие вот процессы стагнации. Когда длительный процесс стагнации, можно иногда сбросить популяцию, да, то есть можно, говоря, оставив короля, всех остальных там перемешать, потому, ну, бывают разные. Можно k вот этот увеличить, уменьшать, это параметр же тоже динамический. В общем, это борьба, важная борьба. Так сказать. Потом бывает потом раз такой скачок резкий, ну, понятно, да, и снова стагнация, так сказать. Ну, вот это такая типичная, значит, ситуация в генетических алгоритмах. Но они применяются, но на самом деле, ну, как бы опыт показывает, что генетический алгоритм так работает очень, очень здорово, очень прям вот как надо. То есть мы вам в следующий раз, так сказать, там приведем как бы видео к задачам теории управления, значит, которая решается методом генетических алгоритмов. Значит, вы увидите, как оно действительно прям лихо решает. Зачастую нам оптимум, самый оптимум и не нужен, нам просто нужно найти более оптимальное решение, и генетический алгоритм это решает очень хорошо, обычно. Значит, что влияет, вот тут, как бы, что тут гибридовое пространство?
Значит, гибридное пространство тут вот при чем. Значит, качество значит, наших генетического алгоритма определяется, конечно, ну, насколько хорошо приспособлена к нему функция f, ну, которую мы значит, вот эта функция f. То есть, ну, на каких-то, ну, давайте я сейчас ее запишу в Rn. Значит, эта функция, значит, какая, для каких функций, значит, все хорошо. Значит, а для каких, значит, не очень хорошо. Вот смотрите, значит, вот если мы возьмем f, она от, ну, я так запишу уже в координатной форме x1, там, допустим, x2. Ну, конечно, для генетических алгоритмов для двумерной задачи применять можно, но это, конечно, не очень, так сказать, умно. Но я хочу вот здесь вам, значит, это показать. А, значит, ну, для гильбертовых пространств хочу показать. Хотя это, ну, понятно, что обычно генетический алгоритм применяется для многомерных задач. Это, кстати, их фишка, что тут многомерность скорее плюс, чем минус. Там для задачи, так сказать, районной частиц многомерность это хуже, да, там, а здесь это обычно даже лучше. Значит, вот если предположим, что эта функция гладкая. Вообще, это, конечно, не генетический алгоритм, как вы видите, так же, как и метод имитации отжига, там, да, они никак не используют структуру гладкости этой функции. Но тем не менее, предположим, что эта функция в каком-то смысле гладкая. Вот мы берем, значит, в каком-то точке x. Мы можем, значит, вычислить частную частную производную по x1, да, и мы можем вычислить частную производную по x2. Вот, значит, что я хочу сказать. Вот, смотрите. Вот если вот эта функция, значит, у нее, вот сейчас, как нам лучше сказать-то, вот, нет, ну, может быть, я не зря так нарисовал. Вот смотрите, вот если мы возьмем функцию f от x1, x2, вот если это будет функция, вот смотрите, это будет, допустим, функция x1 в квадрате плюс x2 в квадрате, то для такой функции, значит, у нас применение генетического алгоритма будет очень хорошим. Почему? Потому что у нас компоненты по x1 и по x2, они друг от друга, вообще говоря, не зависят. Правильно? Потому что если мы уже хорошо оптимизировали x1, но плохо оптимизировали x2, то в принципе, ну, как бы, да, то есть мы можем по отдельности оптимизировать x1 и x2. И потом этот оптимум, он будет общим оптимумом. Если мы возьмем вот эту функцию, например, вот такую x1 умноженную на x2, то здесь, значит, у нас что, ну, да, ну пусть это будут, ну, так, да, в квадрате возьмем. Значит, или даже нет, нехорошо, давайте так возьмем функцию. Вот единица плюс x1 в квадрате на единица плюс x2 в квадрате. Ну, какой тут, ну, тут не 0, конечно, минимум, но это не важно, да, минимум здесь какой будет? Ну, минимум, понятно, что x1 и x2, так сказать, равны по нулю. Но они, у них произведение этих функций. И получится, что оптимизируя по x1, да, мы можем, грубо говоря, так сказать, очень, ну, как бы, за счет оптимизации по x1 мы, общий результат у нас будет не такой уж и плохой, значит, вне зависимости от x2. Значит, ну или просто даже если взять функцию, как я изначально хотел, да, x1 умноженную на, там, скажем, x2. Вот, и тогда у нас функция x1, которая будет очень маленькая, да, все произведение будет тоже очень маленьким, а x2 у нас будет достаточно большой. То есть вот эти функции, которые, значит, вот, так сказать, вот,
по каждой их компоненте, они не зависят друг от друга, ну, в большей степени при оптимизации. Вот это хорошо для генетических алгоритмов. Значит, вот этом действительно, ну, вот, и, ну, когда мы проводили численные опыты, да, вот, ну, там, на такого рода, так сказать, то все это замечательно, значит, работает. А вот если у ваши вот эти функции, значит, они у вас, так сказать, между собой по всем компонентам сильно связаны, то по ним генетический алгоритм работает хуже. Значит, для случая гильбертовых пространств, ну, это еще более, так сказать, более важно, да, то есть если мы рассмотрим вот такую задачу, где H это будет, ну, какая-то, например, функции, разбитые там по базису. Ну, конечно, нам придется немножко модифицировать наш генетический алгоритм, да, потому что здесь компонент бесконечное число, но в принципе это, так сказать, ну, большой роли тоже не играет, это все можно к этому тоже, значит, оптимизировать. То на самом деле там важно, чтобы нам важно, чтобы вот вблизи точки оптимума, да, вот это, вот это, если это точка оптимума, то нам, значит, важно, чтобы нам важно, чтобы градиент этой функции, да, чтобы он вблизи точки оптимума, ну, он, конечно, там в самой точке оптимума для гладкой функции будет равен нулю, вот, но нам надо, чтобы вот этот градиент, он при, ну, каких-то, так сказать, вот по базису сюда или вот сюда, чтобы его частные производные были, ну, как бы между собой достаточно большие. Ну, как-то я путанно немножко сказал, прошу прощения, да, значит, ну, смысл такой, что здесь у нас, конечно, градиент равен нулю, но, да, но если мы отойдем, грубо говоря, вот от точки оптимума по каждой из, так сказать, ортогональной нашему вектору, да, вот сюда, то здесь, значит, вот значение градиента уже в этой функции, он должен быть, чем больше он будет принимать значение по каждой такой оси, тем лучше. Значит, ну, я здесь использую градиенты, понятно, что если это h, так просто здесь градиент, конечно, не определяется, но смысл такой, что, значит, вот мы берем, значит, нашу функцию f, и у нее, если мы ее возьмем, построим последовательность из значений по модулю его градиентов, так сказать, вот в таких точках, отойденных от оптимума, то вот эти вектора, они должны быть достаточно большого значения. Ну, и тогда, соответственно, значит, наш генетический алгоритм будет работать лучше. И еще здесь очень тоже, значит, важно, это первый аспект, а второй аспект более ясный, может быть, с него надо было даже начинать, что когда мы делали операцию скрещивания xn плюс xk, мы n там брали тоже, да? Сейчас, мы там брали, n было? Как, m, да, я думаю, что m, да, это я чувствую, что мы... Значит, значит m, n, значит, то, смотрите, нам надо, чтобы вот эти вектора были как можно более ортогональны друг к другу при скрещивании. То есть нам нужно взять модуль скалярного произведения M, значит, и с помощью него можно оценивать эффективность нашего генетического алгоритма. То есть если это скалярное произведение будет близко к нулю, то есть мы будем рассматривать вот эти скрещивающиеся вектора разношерстными, тем эффективнее происходит операция кроссоверинга. Если мы видим, что... ну, это просто в вычислительной программе надо добавить такой параметр. И, соответственно, если мы видим, что у нас уже все вектора, которые мы скрещиваем, они имеют маленькое такое значение скалярного произведения, то есть они все близки к одному вектору, это значит, что нужно делать революцию, что, значит, нужно встряхивать их. То есть вот как раз вот такая ситуация, что мы вышли на некое плато,
и ничего не происходит, значит, индикатором этого плата, ну, бывает вот что. Смотрите, плата может быть длинным, но в нем может быть идти бурная жизнь. То есть дело в том, что встряхивая, мы можем, конечно, так сказать, выйти на лучший режим, но в 75 случаях, вот, так примерно, так сказать, на практике, а то и в 80, встряхивание приходит к катастрофическому ухудшению. То есть, грубо говоря, это все, что начать все заново, сначала. То есть вот это встряхивание, оно опасно. Вот, поэтому его надо проводить только тогда, когда мы видим, что стагнация настигла всю популяцию. Значит, а как это понять? Вот наблюдая этот график, ну, то есть вы запустили процедуру, обычно этот график динамически там рисуется, да? Вот он рисуется, вот идет плата. Надо останавливать, ну, там в программе делать кнопочку так, микс там, надо их встряхивать или не надо. Это так не определить, потому что на самом деле, может быть, там вызревает лучшее решение, которое потом бац и выстрелит. А может быть и нет. Но чтобы вот это понять, надо оценивать вот этот параметр. Если этот параметр, так сказать, близок, так сказать, к нулю, да, то есть мы видим, что наши векторы, ну не то, что близок, то есть он маленький, значит, да, соответственно, мы видим, что у нас происходит бурная жизнь. То есть происходит скрещивание ортогональных вещей, и мы ищем какой-то оптимум. Да. Если же, так сказать, эта величина показывает, что все вектора, они уже лежат, так сказать, в одной какой-то плоскости, это значит, что вот этот король, он либо сам размножился на самом деле уже на много позиций, или его, так сказать, родственники достаточно сильно, так сказать, размазались по всей популяции, что не дают, так сказать, уже какой-то такой творческой жизни. Вот, ладно, значит, еще раз, значит, мы поговорим про применение гильбертовых пространств, генетических алгоритмов там, к задачам управления и решения других задач. Это мы, может быть, на следующем занятии, значит, на практике покажем. Вот. Мы еще будем возвращаться, конечно, к гильбертовым пространствам. В частности, в следующий раз, как бы следующая наша тема, это будет интеграл Лебега. Она напрямую связана с гильбертовыми пространствами, но там мы немножечко с другой стороны зайдем в машинное обучение, потому что машинное обучение, там есть такое течение статистического машинного обучения, байесовское обучение, вот это все очень круто. Вот, и там нам потребуется интеграл Лебега. Вот, и к этому мы тоже обязательно поговорим. Ну, сегодня, наверное, тогда, если нет, вопросы есть? Ну, если вопросов нет, тогда спасибо.